Здравствуйте! Это итоговый выпуск нашей программы. О самых заметных и важных новостях недели расскажу вам я, Елена Макаренко. Сначала медики, потом соцработники. Как проходит вакцинация от короны? Клятва или торжественное обещание? Когда педагоги начнут присягать на верность профессии? Вплоть до спичечного коробка. К чему приведет тотальная маркировка товаров? Уходящая неделя в Барнауле выдалась весьма насыщенной на разные события. Многие из них так или иначе завязаны с федеральной повесткой и прежде всего посвящены социальным вопросам. Пожалуй, самым волнующим из них остается борьба с коронавирусом. По поручению Владимира Путина на этой неделе все регионы страны должны были начать масштабную прививочную кампанию от COVID-19 среди врачей и учителей. Для этого в Барнаул доставили вторую по счету за эту осень партию вакцины 1000 доз. Наш корреспондент Анастасия Дороган стала свидетелем разгрузки биопрепарата и попыталась выяснить, готовы ли вакцинироваться местные врачи и учителя. Код гриппа. Неделя до конца прививочной кампании против гриппа. В этом году она прошла на ура. Специалисты говорят, в 2020-м даже прежде всегда бесстрашные студенты не пренебрегают дополнительной защитой. Еще важнее привиться от гриппа и не болеть гриппом, чтобы не заболеть любыми другими заболеваниями, включая ковид. То есть организм должен быть здоровый, а здоровый организм с нормальным иммунитетом борется, в принципе, против всех болезней. План на эту кампанию – привить 1 400 000 человек. Укол уже поставили 85% взрослых края и 84% детей. Для сравнения, в прошлом году их общее число не набрало и половины намеченного. 2020 в целом настраивает на вакцинирование. И чем год ближе к завершению, тем масштабнее процессы. В конце прошлой недели президент страны поручил начать массовую вакцинацию населения уже с 7 декабря. В первую очередь ввести ему на сыворотку должны врачам и учителям. Плановая работа по вакцинации от коронавируса – важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить приоритетный для нас очный формат обучения. В Москве с 5 декабря начали работать 70 прививочных центров. Привить планируют до 7 миллионов жителей столицы. Такие пункты должны открыться и у нас. Но пока в Минздраве края не берутся назвать даже примерные сроки. А москвичи, между тем, уже делятся советами, как быстро подать заявку на прививку. Достаточно просто подать заявку, если ты житель Москвы, и с тобой свяжутся, тебе скажут, когда и куда прийти, и в общем и целом вакцина, она двухэтапная, двойная будет явка в эти прививочные пункты, вот, просто нужно заранее записаться. Компонент один у меня вот сверху стоит, компонент два внизу. А сколько их всего доз? 1000 доз. А это вторая партия вакцин от коронавируса в Алтайском крае. Она поступила на днях. Здесь 1000 доз, еще 963 придут в ближайшее время. Они предназначены для медработников. Вакцинация, подчеркивают власти, добровольная. По данным Алтайского Минздрава, желающих уже на 1000 вакцин вперед. Но среди самих врачей немало и скептиков. Они не решаются на прививку. И у кого хронические заболевания, те, конечно, побаиваются, то есть, ну, осложнений каких-то. Так же, как ковид, он может, да, влиять на, ну, с людьми с хроническими заболеваниями, так и это вот. Это еще нужно, ну, изучать это все и тогда уже представлять в каком-то свете. Правда, врачи уверены, с вакциной последствия от коронавируса будут легче, чем без нее. Сельские учителя тоже намерены решительно. Я вообще всегда все прививки ставлю от гриппа, поэтому я только приветствую это. Тем более наша вакцина. Вот если бы она была иностранная, я бы ей не доверяла. А вот узнать мнение городских учителей не вышло. По сообщению из неофициальных источников, на днях краевой Минобр направил городские школы документы, разослал сообщения в соцсетях о том, что учителям теперь запрещено общаться с представителями СМИ. Все через согласование. Почему административный орган вел цензуру, остается только догадываться. По логике, массовая иммунизация учителей спасет от возможного дистанта в будущем. Наконец, второй четверти в таком формате занимается часть классов в 70 школах края. Полностью закрыты два учреждения в Романовском и Павловском районах.
Мы надеемся, что все-таки и иммунитет, который вырабатывается в ходе иммунизации, приведет именно к тому, что больше будет противостояния в организме наших педагогов к распространению и к перенесению инфекции. Вакцинация медиков должна начаться в ближайшие дни. В первую очередь прививать будут сотрудников больниц и поликлиник Барнаульской агломерации. А вот когда начнут массово прививать другие категории населения, специалисты пока ответить затрудняются. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Первые, как говорится, пошли. С 8 декабря начали вакцинировать медиков Барнаула, Первомайского и Павловского района. Прививку не ставят тем, кто не подходит по возрасту, допустимые рамки от 18 до 60 лет или страдает серьезными хроническими заболеваниями. Но масштабы и география вакцинации будут расширяться в самое ближайшее время. Так, до конца года, сообщил накануне министр здравоохранения, в Барнаул должны доставить как минимум еще 1000 доз препарата. Не исключают и дополнительных поставок сыворотки уже для работников социальной сферы, в том числе образования. И вот как Владимир Попов относится к вакцинации от коронавируса. К вакцинации я отношусь однозначно положительно. И это та мера профилактики, которая создает тот самый популяционный иммунитет, предупреждая пандемии, эпидемии с теми неблагоприятными последствиями, которые мы имеем. Это доказанная технология, годами уже, столетиями, которая, по сути дела, сегодня может быть реализована и в отношении коронавирусной инфекции. Поэтому я бы призвал относиться и медицинский персонал, и жители Алтайского края к этому как к той технологии, которая позволит нам пройти будущие волны коронавирусной инфекции совсем по-другому, нежели чем в этом году. Вы будете прививаться? Я буду прививаться, когда проведу исследование в отношении собственного иммунитета, поскольку я переболел этой инфекцией, и есть определенные показания, при каком титре антител можно или не можно выполнять эту вакцинацию. После этого, конечно же, буду прививаться. А вот те, кто сейчас болеют, вправе получить бесплатные лекарства прямо с доставкой на дом. На этой неделе в Барнауле к выдаче противовирусных и других лечебных препаратов подключились все, без исключения, поликлиники Барнаула, уверяет Минздрав региона. С какими симптомами можно рассчитывать на бесплатные медпрепараты, смотрите прямо сейчас. Парацетамол, 2 стандарта, и умифенавир, и грипферон. Пакетик с медикаментами. Препаратов, правда, немного. Пациенту по этому адресу уже исключили пневмонию, а вот результата мазка на коронавирус еще нет. На следующие сутки после обращения к врачам мужчине составили схему лечения. У Павла была температура 38, слабость в итоге вызвал медиков. Второй для нас. Согласие на лечение в амбулаторных условиях. Теперь, переживает Павел, нужно дистанционно открыть больничный. Это онлайн-процедура, ему пока не знакома. А с лечением, уверен мужчина, все теперь будет в порядке. Разбирают быстро такие вот лекарства. Это самое. Слышал об этом. Но само собой, конечно, что удобно. Вот так никуда не ходить не надо. Тем более, маме уже 80 лет, куда она пойдет? А мне сейчас на улицу выходить тоже нежелательно. Бесплатные лекарства развозят по домам с 1 декабря. Медики объезжают в среднем по 10 надомных пациентов ежедневно. Как правило, все они имеют среднюю или легкую степень тяжести заболевания. Однако даже спустя 9 месяцев пандемии и осенней истерии из-за того, что не могут дождаться врачей, в декабре 2020-го остаются те, кто тянет с обращением к медикам до последнего. Когда пациенты не обращаются за медицинской помощью, то есть в домашних условиях самостоятельно лечатся. Пневмония осложненная уже, то есть дома лечат самостоятельно уже, когда приезжаешь уже и сатурация низкая, то есть и общее состояние тяжелое. Негативных реакций на курьеров лекарств практически нет, говорят врачи. Исключения, конечно, бывают, но их списывают на недомогание. Кстати, бесплатные лекарства жители смогут получать не только с момента подтверждения пневмонии или коронавируса. Медики идут на опережение. Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствуют как минимум 2 симптома, сходные с ковид-клиникой, ему будут давать бесплатные препараты. Другими словами, если ваша температура выше 37,5 градусов, нет обоняния или есть отдышка, то вам не стоит выходить из дома и нужно обязательно позвонить врачу, чтобы в ближайшее время привезли нужные препараты.
Напомним, по расчетам Минздрава на лечение одного человека уходит порядка 10 тысяч рублей. На ближайшие месяцы нужные суммы на лекарства больных коронавирусом в крае есть. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. День с толком. Выходит, что симптомы, которые позволяют надеяться на получение бесплатной помощи, это одышка, потеря обоняния или самочувствие, как при ОРВИ. А между тем, все больше зарубежных, столичных и теперь уже барнаульских экспертов говорят о том, что ковид может протекать незаметно, давая при этом серьезные осложнения не только на легкие, но и на сосудистую систему. Признаюсь, я сама столкнулась с такими последствиями для здоровья. И следующий наш сюжет – своего рода предостережение. Обращайте внимание на свои сосуды и в случае первых проблем с ними незамедлительно обращайтесь к специалистам. До сих пор вот эти все следы. В конце лета наш коллега Елена Макаренко, можно сказать, приобщилась к Китаю. Тогда женщина переболела коронавирусом в легкой форме и даже не подозревала, что ковидный хвост будет преследовать ее спустя несколько месяцев после болезни. В какой-то момент появились отеки, высокое давление, боль в пояснице и узелки на ногах, как при варикозе. Ходить было уже невыносимо. Хирург мне без тени сомнений сказал, что ну, а что вы хотите, девушка, таких сейчас много вообще. У вас это просто вот вирус. Идите снова к терапевту, пусть он вам прописывает необходимое лечение. Терапевт сказал, ничего страшного, это все пройдет. Вот витаминчик С, попейте, кровь у вас немножко будет такой разжиженной, все будет хорошо. Вскоре у Елены даже нашли антитела к новой инфекции, а также серьезные проблемы с сосудами после COVID-19. При этом терапевт заверяла, у вас всего лишь ОРВИ. Женщина потеряла много времени. Сейчас она лечится уже у другого врача, и за 3 месяца ей предстоит потратить более 30 тысяч рублей на лекарства для почек и сосудов. Куда вот вирус может улететь, где есть микробная флора, которая может вызвать воспаление? Мы видим, что все-таки больше именно там, где сосудов очень много. Это почка. В стационарах пациенты получают гепарины, гепарин, например, в живот, курантил получают. Это все сосудистые препараты. Но когда они выписываются из стационара, то тогда гепарин очень сложно удержать в дозировке, он требует непрерывного контроля, ну и уколы в живот кто будет сам делать себе, самому сложно, медицинские работники и так загружены. Болезни почек, диабет, гипертония, таких пациентов с наследием коронавируса сейчас стало больше, говорит уролог Ярослава Яковец. Приходят даже молодые, есть пациент, которому 21 год. И надо сказать, что отголоски ковида приходят не сразу. Например, человек переболел ангиной или ОРВИ, очень серьезным, то осложнения на почки приходят только после 2-й недели, на 3-ю, даже на 4-ю неделю. Поэтому это даже классика практически. Ну, технология такая. Что касается отдаленных последствий этой коронавирусной инфекции, прошло совсем мало времени, понимаете? И утверждать, что это может быть так, и утверждать, что это может быть или по-другому, сейчас трудно. Предположить о том, что число острых сердечно-сосудистых событий после того, как мы справимся с этим, с этой бедой, конечно же, можно. В свое время назначь мне препараты для сосудов, которые ну, защитят меня вовремя. Да? Возможно, сейчас бы я не пропивала эти антибиотики. Все это серьезно может ударить по здоровью и дальше. Уже сейчас понятно, вирус поражает не только легкие, но и всю сосудистую систему. И даже незначительные скачки давления могут быть сигналом для похода к врачу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Эксперты подчеркивают, что уже накопили достаточную клиническую базу для того, чтобы утверждать, что корона бьет по сосудам очень серьезно, обостряя хронические заболевания. При этом возвращать сосудистую систему к нормальному состоянию после вируса долго и довольно затратно. А потому лучше профилактировать болезнь, особенно актуально это в преддверии волны гриппа, которую ожидают в январе-феврале. Он приводит к нарушению внутренней выстилки сосудов, он приводит к нарушению взаимодействия между внутренней стенкой сосудов и кровью, кровь как ткань, то есть она течет по сосуду, и взаимодействие тоже очень важно. Поскольку все это дело мы имеем уже как информацию практическую, лучше сразу заниматься профилактикой. Некоторые пациенты просто не придают этому значению. Значение, что ну, я и так там столько получил препаратов, надо дать возможность отдохнуть организму, восстановиться. Есть вторая позиция, препараты не дешевые. То есть 28 таблеток Ксарелты стоит
ну, на сегодняшний день уже практически 3500. И когда пациенту, даже если ему выписан этот препарат, он с выпиской приходит и видит это назначение, то получается, что ну, тогда как бы не каждый может себе позволить. Он начинает покупать что-то другое, витамины, там, чтобы восстановиться. Ну, это будет иметь определенный положительный эффект для организма, но все равно это все другое. Ну а теперь к другой важной теме. Она исключительно местного характера, но ее легко можно отнести к одной из главных на этой неделе. Уж слишком серьезный резонанс вызвала в Барнауле. Речь идет об идее по закону обязать алтайских учителей давать клятву. Как и для чего возникла такая инициатива? И как ее восприняло педагогическое сообщество? Ответы на эти вопросы знает Анастасия Дороган. Она сегодня у нас в студии. Настя, здравствуй. Расскажи нам, пожалуйста, подробнее, о чем эта идея и для чего она. Лена, привет. Идея клятвы родилась в самом педагогическом сообществе. Во всяком случае, так утверждает Минобр, автор законопроекта. Но обо всем по порядку. Что такое клятва будущих специалистов? Самая очевидная аналогия – это врачебная клятва Гиппократу. Вот что-то подобное появится и у педагогов. Чему они будут присягать? Верности профессии? Есть даже примерный текст обещания. Торжественно клянусь, направлять знания и умения на пользу обучающихся, быть всегда честным, гуманным и справедливым, не допускать нарушения прав и свобод обучающихся, постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию, уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края. Впрочем, любой уважающий себя и свое дело учитель и так по умолчанию должен следовать этим принципам. Но клятва, по мнению экспертов, которые поддерживают идею ее введения, должна изменить подход к работе молодого начинающего учителя, который только вчера сам сидел за партой. Она придаст началу карьеры педагога некую символичность для всех окружающих, обозначит ценность момента. Кстати, будущие учителя совсем не против новшества. Была клятва Гиппократа, да, и получается, учитель – это такая же важная профессия, как и профессия врача. Будущее страны вообще же зависит от нового поколения, а новым поколением как раз-таки занимается у нас учитель. Педагог недооценен как профессия, то есть это превращается уже больше как человека услугу, так скажем. Как раз-таки не хватает почета этой профессии, не хватает осознания обществом важности педагога. Новость о клятве педагогов появилась неделю назад и за считанные дни стала одной из самых обсуждаемых. Стоило ей попасть в соцсети, как люди сразу же высказали все, что они думают по этому поводу. Не прочувствовали жители волшебства момента, связанного с клятвой. Каким же образом клятва улучшит социальное положение учителей? Бред, ЗПМ поднимите. О деньгах и их нехватке писали многие. Дело в том, что клятва лишь одна из статей нового законопроекта о статусе педагогического работника, цель которого как раз улучшение социального положения учителей. Правда, разработчики имели в виду скорее улучшение имиджа профессии учителя, чтобы слово «педагог» звучало гордо, в идеале престижно. Но считать свой труд престижным без достойной оплаты нелегко. Особенно это понимают как раз начинающие учителя. Это Александра, еще студент, но уже 3 года как педагог. Она горит своим делом, но признается, что из дома родителей гореть проще. Живи она одна, сама себя бы не потянула. Поэтому воспринимает работу скорее как хобби, в хорошем смысле. Первые 1,5 года, когда я работала, моя зарплата была очень маленькая. Охранник в школе получал больше, чем я. Но сейчас за счет стимулирующих, да, то есть если ты работаешь, тренируешь детей на олимпиады, живу на работе 29 часов в неделю у меня нагрузка, плюс надомник. Пока мы проводили съемку в педуниверситете, к нам подошел один из преподавателей. Сказал, что уже давно пора ввести доплату педагогу за магистратуру или красный диплом. Хоть какая-то поддержка в начале пути. Это не будут большие деньги. Никогда учительство в России не было богатым. Вот, например, к столетию гимназии практически каждый учитель у нас получил свою награду. Начиная от поощрений районного уровня и заканчивая федеральным уровнем. То есть для нас это было важно. А премию все получили одинаково – 1000 рублей. И хотя на официальном сайте Алтайского края в новостях указано, что в связи с принятием закона дополнительное финансирование не потребуется, но это, я лично это подвергаю сомнению, потому что, естественно, молодых педагогов нужно поддерживать. Им нужно на конкурсной основе предоставлять гранты в форме субсидий из краевого бюджета Алтайского края,
целях финансовой поддержки их затрат, связанных с повышением квалификации. А это уже мнение рядового учителя. На этой неделе профессиональное общество провело первое обсуждение законопроекта о статусе педагогического работника. Одни считают, что закладывать на него бюджет нужно. Профсоюз уверен, что льгот должно стать больше. Компенсация услуг ЖКХ, отдыху в санатории. Давно пора добавить отдельный порядок работы при аттестации и возможность стажировки у профессионалов. Введение знака отличия «почетный работник» педагоги одобрили, а вот критерии для его вручения высшей категории со стажем от 15 лет посчитали слишком узкими. Допустим, человек проработал 14 лет и внес такой вклад, который никому еще и не снился, а мы не можем наградить его этим знаком, потому что у нас ограничения на уровне закона. Профсоюз намерен прописать четкий механизм защиты учителя, когда его оскорбляют или применяют физическое насилие. Это пока самая непроработанная статья в законе. Сделать так, чтобы при разбирательстве всех случаев, где оскорбляется учитель или, не дай бог, его ударили, активную позицию, помимо профсоюзов, как сегодня, занимали директор школы, который должен в данном случае разобраться, и если действительно не права сторона обидчика, встать на сторону учителя, районо, как мы говорили раньше, комитеты по образованию, учредители, оказывать бесплатную юридическую поддержку. Но не обошли стороной педагоги и клятву. Большинство ее, кстати, принимают, даже пишут свои версии текста, потому что единой формулировки и не будет. Никогда не повышать голос на учеников, ибо тогда я понесу двойную потерю. Во-первых, я надорву связки, а во-вторых, подорву свой авторитет. Обещание плеститься на блеске ложной славы и фальшивых ценностей. Всегда оставаться человеком. А председатель профсоюза Юрий Абдуллаев считает, что формат клятвы – это слишком. Рассуждает, что так и чувство верующих задеть можно. И предлагает ограничиться общественным обещанием – служить детям от всего сердца. Что из всего этого выйдет, мы скоро узнаем. Первое чтение закона уже на следующей неделе. Спасибо, Настя, а я продолжу. Еще одним заметным событием уходящей недели стал тот факт, что наш регион вошел в тройку лидеров по числу вопросов на прямую линию с президентом. Она пройдет 17 декабря. О чем спрашивают Путина барнаульцы? Вот уже 19 лет, как президент страны Владимир Путин напрямую разговаривает с россиянами, узнавая об их проблемах и символично подводя итоги года. За все время работы портала обращений к президенту граждане из всех регионов страны направляли миллионы заявок. Подать заявку можно следующим образом, через сайт Kremlin.ru. Здесь создана специальная форма. Обращение может быть личного характера, либо от целого коллектива. Это может быть обычное письмо, аудио или видеосообщение. Впрочем, жители края разобрались, как отправить вопрос президенту. От наших земляков поступило рекордное количество обращений. Можно предположить, наболело. Также заявку можно подать через сайт Москва.Путин.ру. Большая часть вопросов касается социальной сферы, медицины, образования и социальных выплат. Немало уточняющих вопросов, но валовый поток – предложение, передача своего опыта в решении конкретных проблем. Мы спросили барнаульцев, о чем они хотели бы спросить президента. Даже не знаю, не задумывался. Никакого. Вообще ничего не интересует, никаких проблем нет? У меня все хорошо. Когда это все прекратится? Конкретно что прекратится? Пандемия. Ну, я бы спросила, наверное, как он относится к прошедшей накануне оптимизации здравоохранения и что планирует делать дальше. И обратить внимание на сельское хозяйство. Алтайский край – это аграрный край, и сельское хозяйство у нас практически загублено, можно сказать. Не знаю, это возможно, но, в принципе, какой-то уровень заработных плат должен соответствовать, наверное, все-таки европейскому стандарту. Лично ему, чтобы подняли пенсию. Хотя бы пенсия была 18-19 тысяч, но не 12. Я столько лет отработала и получаю 12 тысяч. Пенсионерка 70 лет, и я работаю, стою. А вот жители поселка Новомихайловка готовят коллективное обращение. В этом году они попали в 7-ю санитарную зону аэропорта, став заложниками своего имущества. Отныне они не могут оформить собственность, либо продать свои дома. Проблема с нашим имуществом, с нашими домами, с нашей дальнейшей жизнью уже была обсуждена на местном уровне. Получили мы одни отписки, то есть никакой конкретики, никакой информации именно достоверной, то, что действительно, что будет с нами дальше. То есть нам отвечают сухими выписками из закона. И поэтому мы решили, что раз на местном уровне у нас не получается договориться, мы решили выйти на прямую линию с президентом и задать вопрос непосредственно напрямую руководителю страны.
Но не только рядовые жители просят поддержки. Так, в соседнем регионе свое обращение к президенту направили депутаты Республики Алтай. Они считают, что у местных фермеров несколько лет незаконно забирают землю. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой навести в Республике Алтай порядок в сфере земельных отношений. 19-я по счету прямая линия президента начнется 17 декабря. Впервые в связи с пандемией она будет проходить в формате не живого общения, а онлайн-пресс-конференции, где вопросы от журналистов будут чередоваться с обращениями граждан. Впрочем, не столь важно, как задать вопрос, главное – получить на него ответ. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком. Мы знаем это хорошо. Каждую прямую линию с президентом жители региона просят Владимира Путина обратить внимание на уровень их зарплат. Долгие годы она остается одной из самых низких в стране. Возможно, из-за дефицита доходов и желания сэкономить, земляки все чаще приобретают разные товары онлайн, подвергая себя риску быть обманутым. За этот год, отмечают правоохранители, от интернет-мошенников пострадало уже свыше 6 тысяч жителей края. И среди обманутых все больше молодежи. Жертвы онлайн-развода. Еще одна ключевая тема этой недели. Пушистые лапочки, ходячий позитив. Ирина из Барнаула тоже хотела прикоснуться к счастью. Собачку породы мальтипу через сайт объявлений нашла в Красноярске. Заводчик настоял купить без осмотра, мол, разберут по схеме Яндекс.Счета. Клиент приводит туда сумму, получает свой заказ, вводит код, и только потом деньги уходят продавцу. Ирину ничто не насторожило. Было бы здорово, например, в тот момент попросить сделать фото-видеосъемку с его паспортом, заводчика, например, и с газетой, с журналом, датой, которая в этот день. То есть, чтобы, если дистанционно все-таки приобретать, убедиться, что это видео его, потому что мне наверняка присылались видео с других питомников. И плюс сумма сделки. То есть, при стоимости, например, такой породы несколько сотен тысяч рублей, стоимость сделки была слишком низка. Ирина, к счастью, потеряла несколько десятков. Деньги ушли с карты на карту. Ирину даже пытались развести повторно. Посоветовали написать в техподдержку, чтобы ей вернули деньги, и она уже точно оплатила по адресу. С того дня прошел месяц, девушка уверена, мошенников не найдут. В 2020-м, в сравнении с прошлым годом, телефонных и интернет-преступлений уже совершили на 65% больше. И все чаще жертва становится молодежь. Мужчина, который со мной разговаривал, он говорил, что резервный счет банка есть, а есть то, что отображается у меня на карте. То есть это как бы разные понятия. У меня вот на карте был ноль, а он говорил, что на резервном счете банка есть деньги, и через 15 минут у меня все вернется. Не вернулись, а номер заблокировали. В полиции края создают специальные подразделения для работы с таким видом мошенничеств. Вот наиболее частые способы. Вашу карту заблокировали, ваш родственник попал в ДТП, эти БАДы спасут ваше здоровье, активно входят в топ аферы по купле-продаже. Самая крупная сумма развода в Барнауле – 6 миллионов рублей. Их женщина взяла в кредит. Ее об этом попросили якобы правоохранители, чтобы проверить работу банков. Вот такое волонтерство. А Любовь хотела купить диван. Ей порекомендовали его оплатить, потом уже смотреть вживую. Приехав на осмотр, поняла, что нужного адреса не существует. Вторая женщина тоже подъехала, тоже перевела ей 10 тысяч за диван, за этот же. Вдвоем писали заявление. Чаще всего аферистами являются цыгане и люди, отбывающие наказание. Как правило, им до 35 лет. На их схемы попадаются работоспособные жители, которым есть что терять со счетов. В МВД подчеркивают, заподозрить неладное можно уже по самому входящему звонку. Особенно, когда на том конце якобы сотрудник банка. Это или московский номер, или номер горячей линии. Когда вам говорят, что позвонили из банка, можно, по сути, сразу прекращать разговор, да? Брать свою карточку, либо договор с банка, там будет написан телефон горячей линии, звонить туда и спрашивать, осуществляли ли они звонки. Отследить преступников сложно. Мошенники используют сим-карту единожды или действуют по сетевым адресам другого региона или страны. Сейчас ждут раскрытия 6 тысяч телефонных и интернет-преступлений. Столько заявлений от обманутых земляков всего за год. А найдены пока 50 мошенников. Поэтому будьте бдительны и не бойтесь потерять время на перепроверку информации, чтобы не потерять деньги. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.
Еще одна тема недели посвящена проблемам малого и среднего бизнеса. Алтайские предприниматели не отошли от новости об отмене вмененного налога, как уже вынуждены разбираться с пресловутой маркировкой, которая коснется даже спичечного коробка. К чему приведет это далее? Невыгодно заказывать большим оптом. Вот я, допустим, вот этих тапочек мне пришлось заказать 96 пар. Вместо 12 – 90 одинаковых пар домашних тапочек. Меньшими партиями промаркированную обувь крупные оптовики не продают. И никого не волнует, что продавать их, возможно, придется не один год. До введения маркировки все было гораздо проще. Специально организованы были туры на эти оптовые рынки. Вообще это было очень удобно, и поездка занимала всего несколько часов. И ты приезжал и сразу привозил с собой вот эту обувь. В ассортименте только тапочки. Демисезонная зимняя обувь на остатках. Покупатели жалуются на скудный выбор. Предприниматели же изменить ничего не могут. Заказать новую партию обуви смогут лишь после того, как оптовые базы освоят маркировку. Оптовикам у них еще труднее сложности, вот, чтобы им эту маркировку сделать, потому что им тоже надо будем, не все же производители российские, вот, допустим, в Китае, им надо вот эту маркировку туда как-то отправлять. Кстати, остатки обуви подлежат обязательной маркировке. Татьяна купила ноутбук, установила специальное приложение, обучилась программе, наклеила маркировку. На все про все ушли десятки тысяч рублей. Вот эта маркировка, допустим, мужская, ввезена в Российскую Федерацию. То есть вся обувь вот у нас на складе, она вся промаркированная. В следующем году такие расходы понесут и владельцы точек по продаже одежды. Маркировка коснется и их, а это, по словам предпринимателей, негласный косвенный налог. Налоговая нагрузка, в том числе это маркировка, которую я просто обхожу. Каким образом я не торгую теми вещами, которые мне нужно маркировать? Я не могу в данной ситуации увеличить свои расходы. Со следующего года и вся одежда подлежит маркировке. Вот как, что тогда? Ну, что я могу сказать? Как Остап Бендер сказал, киси воробьянину, киса будут бить, будете плакать. Плакать и, возможно, закрываться. И все потому, что отныне будет не просто отслеживание за товаром, а тотальный контроль оборотных средств, в том числе доходов предпринимателей. До 2024 года маркировка внедряется повсеместно. Она точно жизнь предпринимателей не облегчает. Потому что это появляется новое оборудование, новые услуги, которые надо администрировать, обслуживать, соответствующие затраты и так далее. Совокупно это, наверное, для единицы товара выльется в некую кругленькую сумму, которую в конце концов заплатит покупатель. Все издержки в связи с маркировкой в итоге войдут в стоимость товара. 5-10% плюсом, говорит эксперт. Представители малого бизнеса утверждают, мы позволить себе такую роскошь не можем. Мы просто вылетим с рынка. Вы не пойдете к нам в магазин, если у нас цена повысится даже на 50-100 рублей, вам это неинтересно. Позволить себе накрутить цену могут лишь сети-гиганты, которые заказывают товар большими объемами. А малый и средний бизнес, львиная доля предпринимателей региона, рискует поредеть. Снизится не только конкуренция, от которой во многом зависит качество товара, но налоговые поступления в бюджет. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. И в завершении выпуска о подготовке к Новому году. На этой неделе в Барнауле началось обустройство снежных городков. Главный из них традиционно на площади Сахарова. Здесь уже приступили к установке 32-метровой искусственной ели, а вскоре построят 5 детских горок и разные скульптуры из льда. У нас в этом году запланировано новшество. Это приобретение 5 растяжек 35-метровых светодиодных, которые будут располагаться между столбами освещения. Также на столбы освещения будут установлены новые фигуры светодиодные в форме бокала. На строительство снежных городков из городского бюджета выделили 16 миллионов рублей. Больше 10 из них уйдет на ледовое ограждение. К слову, к празднику начала преображаться не только главная площадь, но и город в целом. В темное время суток уже можно видеть различные светодиодные гирлянды и светящиеся конструкции. Встретить главных символов года. А совсем скоро свою работу начнут елочные базары. Порядка 80 точек. Пусть все это, несмотря на предновогоднюю суету, поможет вам пребывать в отличном настроении и ощущать приближение праздника.
Такой увидели уходящую неделю корреспонденты телеканала «Толк Барнаул». Итоги следующие подведем ровно через 7 дней. А я благодарю всех, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза, компания «Эвалар». До встречи.